Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой в солнечную республику Дагестан. Это пригород Махачкалы, город Каспийск, это стадион Анжи-Арена. И это место, где буквально через несколько минут состоится 17-й тур. Бог ты мой, уже 17-й тур МЛБ первой лиги. Позвольте приступить, дорогие друзья, 17-й тур МЛБ первой лиги. Динамо Нефтехимик и главный арбитр матча Юнус Кашко дает сигнал о начале этой встречи. Приступим и мы начнем с составов команд, которые сегодня вышли на футбольное поле. Пока счет 0-0 в атаке Динамо. Интересно, как сегодня будет происходить. Опасный момент, удар какой сейчас, и Волкс... Ещенко, прошу прощения, сразу же с первых минут вступает в игру. Здорово. На первых же минутах матча мы получили опаснейший момент. И сразу же Сергей Ещенко, если позволите мне, такой же организм прописывается в этом матче. Вытягивает мяч из дальнего угла собственных ворот. Это было опасно. Не играет. А вот это отличная передача. Джамала с мячом в штрафной площади. Удар! Поворотом! И рядом с дальним углом проходит мяч. И все по футбольному учебнику делал Султан Джамалов. Ближний верхом, в дальний низом. Пробивал по мини-футбольному. Ситуация нетривиальная для нашего сегодняшнего матча, потому что не так много нарушений правил в принципе. Удар с дальней дистанции. Какой гол! Это Саид Абдуллахи! Пикантность этого эпизода, друзья, посмотрите, что он бьет со своей неродной левой ноги. Как же он попадает у Сергея Ещенко. Никаких шансов. Скидка не от своего. Ну, не голевая ситуация совершенно, но мяч летит так, что вот те мальчики, которые подают мячи за воротами, посмотрите, им только за голову взяться. Вот он этот момент. Да, именно такая эмоция. Подача Касинтуры, как будто бы в никуда, но тут же есть Абдуллахи, ему нельзя давать бить. На сей раз не так точно, но все-таки еще раз с левой ноги. Она у него не такая хорошая, как правая, скажем так. Получает он только какой-то такой полумомент для того, чтобы донести удар и что-то придумать. Пока у нас есть момент, у Нефтехимика опаснейший момент! Кто там бьет по воротам? Положение вне игры. Кто здесь был в офсайде? Но очень похоже, что именно что Владислав Агалаков. На него среагировал арбитр. Да, вот оно, положение вне игры. Если говорить про победы Махачкалы, Юнус Кашко ее только что зафиксировал. Это третья победа подряд «Динамо» со счетом 1-0. Не подряд вообще, а в принципе победа. Если и выигрывает Махачкала, то со счетом 1-0. С чего начали, тем и заканчиваем, друзья, мы нашу научную футбольную конференцию.